Ну, я как и депутат от КПРФ, а также как зампредседателя правления движения «Русский лад», который ставит достаточно остро сейчас проблему, так сказать, русской диаспоры за рубежом, русскоязычное население за рубежом. Исходим из того, что, как сказать, родина-мать должна принять всех, кто хочет в ней жить, хочет вернуться, хочет быть единой. Вот поэтому по этой тенденции, которая у нас историческая, тысячелетняя цивилизация, это Киевская Русь, Московское царство, Российская империя, Советский Союз и Российская Федерация. Вот кто признает эту составляющую за нами и готов приехать в Россию, чтобы быть частью русской цивилизации, мы это приветствуем. Кстати, так же делали и немцы в свое время после объединения Германии, когда на льготных условиях призывали всех немцев, которые оказались за рубежом ФРГ или Германии, приехать. И в итоге несколько миллионов немцев приехало, натурализовало, в том числе 1,5-2 миллиона из Советского Союза, из России. Это правильно. Это консолидирует страну, консолидирует нацию, укрепляет общее наше самосознание, общее наше понимание и мироощущение. И в плане вот этого патриотического левого поворота, который сейчас администрация президента, президент Путин стал действовать по нашим же предложениям, по нашим требованиям, вот идет такая тенденция. Вот это чисто отражение ее.